Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 7 июня 2017 года. Построили мы теплицу. Дачник шириной 3 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас расположена разрезная дверь форточка. С другого торца установлена форточка. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, окраска полимерно-порошковым способом, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Сама конструкция у нас стоит на бетоне. Бетон не идеально ровный. Клиент кого-то нанимал, чтобы его сделать, ну вот. Видимо, нанял какие-то кривые руки. Ну, ничего страшного, мы выровняли теплицу. Плюс поставили по низу уголок в качестве отлива. И все сейчас выглядит красиво и аккуратно. Ну вот, на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!